Привет, дорогие друзья, с вами я, мисс Лера, и сегодня я хочу третью часть показать о моих любимых рыбок. У меня три новых подборки. Первая вот такая вот лимонная с зелеными глазками, вот она. И вот такая вот голубенькая, у меня их всего лишь две. Одна такая вот лимонная, одна, и одна синенькая, вот. Две вот таких розовых рыбок, вот такая большая рыбка и вот такая вот маленькая, вот. А третья у меня вот такая вот креветка, вот она, смотрите, наконец-таки, вот. А там сомы, посмотрите, какая она милая, где она, кстати, а где она, а вот она. Вот она. Блин, ее тут не видно, мне хорошо видно. Может, ты снимешься? Не получается. Так, может, сейчас получится. Не получится. Вот. Сейчас. Это рыбка одна. А где вторая такая была? Не помню, где она. А, вот она. Вот это такой пышный. У это. Короче, у этой гопика у нее такой пышный хвостик. Вот он. Посмотрите, какой миленький. Вот здесь фильтр. Вот. Аквариум, конечно же. Блин, ну креветка тут такая милаха. У меня только она одна. Домик повалившийся. Градусник. Ну, всем пока, дорогие друзья. С вами я была мисс Лера. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.